В марте 2024 года в России пройдут выборы президента. Подготовка идет полным ходом. В Тверской области готовится к реализации новый проект «Информ-УИК». Его цель – проинформировать как можно больше граждан о выборах президента России и о важности каждого голоса. С 17 февраля члены участковых избирательных комиссий начнут поквартирный обход тверичан. В среду в областной столице стартовало обучение участников проекта. На нем побывала наша съемочная группа. В Тверской области практику поквартирного обхода избиратели, члены участковых избирательных комиссий впервые опробовали во время дополнительных выборов в Пролетарском районе Твери в сентябре прошлого года. Пилотный проект «ЦИК России» также прошел проверку в разных регионах. И его продолжением стал проект «Информ-УИК». Теперь он будет внедрен во всех городах и муниципалитетах области. Работать на реализации этого проекта будут 225 обходчиков. Это 54 участковой избирательной комиссии. Количество избирателей на территории Московского района 96 039 избирателей. И наши обходчики должны посетить более 52 тысяч квартир. То есть мы должны дойти до каждого нашего избирателя. Для проведения подомового информирования Центральная избирательная комиссия России разработала специальное мобильное приложение, которое будут использовать члены УИК в процессе адресного обхода избирателей. Это новая современная форма взаимодействия между членами участковой избирательной комиссии и непосредственно избирателями. Это очень удобный сервис личностного общения членов участковой избирательной комиссии вместе с избирателями. Во-первых, избиратели получат ответы на все волнующие их вопросы. Можно оставить заявку на голосование вне помещения, уточнить личные данные. Но это и удобно и членам участковой избирательной комиссии, потому что корректируются списки. Заранее знаешь, какое количество избирателей придет тебе тот или иной день для голосования. 17 февраля по 7 марта текущего года участковые комиссии будут совершать подомовые обходы избирателей, чтобы рассказать о предстоящих выборах президента России, о сроках, времени и месте, а также о формах голосования. Главное – это личное общение с избирателями. Вот именно личное общение помогает нам в дальнейшей работе. Программа обучения включала в себя тренинг по основам коммуникации, а также знакомство с работой мобильного приложения проекта «Информ-УИК», с помощью которого проводится информационная работа.